Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4. Урок 1. Сравни углы. Угол СОБ и угол АОБ. Угол АОС и угол АОБ. Угол СОБ оказался меньше, чем угол АОБ, так как он находится внутри угла АОБ, мы угол СОБ считаем меньшим углом. Аналогично угол АОС. Он находится внутри угла АОБ. Значит, он меньше этого угла. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.